Привет-привет всем! Идея сегодняшнего видео родилась совершенно спонтанно. Одна моя подруга, и в том числе она моя зрительница, сказала мне: «Послушай, не хочешь ли ты снять обзор своей одежды? Расскажи, пожалуйста, что ты там носишь у себя во Франции». И я с ней согласилась. Я думаю, что сегодня я вам покажу свой гардероб на эту осень. Осень, конечно, у нас еще не похожа на настоящую, потому что здесь, как говорится и как поется в песне Земфира, обманули на улице та же жара, сегодня около 30 градусов, но я думаю, что она скоро наступит, надо же в конце концов этой осени иметь совесть, потому что хочется же прогулять свои новые наряды. И я вам хочу предложить несколько своих образов для прогулок, для выхода на какие-то занятия, скажем, у меня будут курсы по французскому языку. Ну, в общем-то, смотрите и оценивайте, что у меня из этого получилось. Первый образ, образ с платьем. Я считаю, что этот образ вполне может сгодиться для любых походов. В нем можно пойти как и на занятия, в нем можно пойти и погулять, в нем можно выйти куда-то, даже на работу. То есть он такой универсальный. Единственное, что туфли-лодочки можно поменять на удобные кроссовки. Я вам сейчас покажу этот образ. Я хочу вам сказать, что я не сторонница каждый сезон обновлять свой гардероб. Я обычно что-то, конечно, люблю купить новенькое, но обычно я стараюсь соорудить этот образ из того, что есть. И в этом есть какой-то интерес, мне нравится это, я подхожу к этому как к творческому процессу. Например, в следующем образе мой пиджак, пиджак Манго, ему, наверное, уже около 5 или 6 лет. Но в этом сезоне я считаю, что он вполне актуален, достаточно его немножко дополнить какими-то деталями. И я из него сделала с помощью этого пиджачка, жакетика, целых 2 образа. Не знаю, как вам, но мне нравится вполне. Следующий мой образ тоже собирательный. Этот желтый жакет, я его просто очень-очень люблю. И вы знаете, сколько ему лет? Ему, наверное, около 30 лет. Этот жакет моей мамы. Я у нее в этом году его просто-напросто выпросила. Моя мама очень модная женщина. Она была ей и остается. Ей сейчас 83 года, и она очень любит модно одеться. И этот жакет она мне с удовольствием отдала. Он с такой историей. Он очень красивый, мне он очень нравится. И посмотрите, что с ним получилось. Здесь тоже 2 образа. Один получился вполне даже на выход, второй образ повседневный.
Четвертый образ, наверное, мой самый любимый. Я очень люблю с помощью обуви менять направление этого образа. То есть, буквально сменив лодочки на дерби, мы можем получить совершенно походный образ. И посмотрите, как интересно получилось. Он совершенно из разных частей, совершенно, как кажется, несовместимых. Рубашка, это вообще рубашка моего мужа. Я просто тоже у него нагло вытащила из шкафа и применила, потому что белая рубашка в этом сезоне очень актуальна, оверсайз и так далее. И она мне очень-очень понравилась, она мне подошла. И вот такие образы я придумала. Но это образы все на очень раннюю осень, потому что я знаю, что в Беларуси, например, там уже немножечко похолодало, и уже скоро будут актуальны пальто, куртки и так далее. Но здесь еще, я думаю, что минимум месяц можно это все носить, даже, наверное, больше. Я хочу вам сказать, что, конечно, главным моим цензором, главным моим стилистом всегда являлась и является моя дочка Валерия. Она всегда строго оценивает то, что я покупаю, то, что я надеваю. Ну, вот, конечно, сегодняшнее видео прошло ее контроль. Естественно, что я всегда с ней советуюсь, и я очень этому рада. Ну, и спасибо, конечно, всем, кто написал мне отзывы, кто пишет мне по e-mail, кто пишет мне в комментариях. Я очень вам благодарна за то, что вы подписываетесь на мой канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я всегда очень-очень рада, когда я читаю новые комментарии, даже если они, лучше, конечно, если они положительные, но даже если они с какой-то критикой, я всегда с интересом их прочитаю, всегда отвечу. Ну, оценивайте сегодняшнее видео и до встречи в новых видео. Всем хорошего дня. Пока-пока-пока.